Твардовской, Василий Теркин, о наградах. Нет, ребята, я не гордый. Не заглядывая вдаль, так скажу, зачем мне орден? Я согласен на медаль, и то не к спеху. Вот закончили б войну, вот бы в отпуск я приехал на родную сторону. Вот пришел я с полустанка свой родимый сельсовет. Я пришел, а там гулянка. Нет гулянки? Ну ладно, нет. Я в другой колхоз, я в третий. Вся округа на виду. Где-нибудь-то в сельсовете на гулянку попаду. И явившись на вечерку, хоть не гордый человек, я б не стал курить махорку, а достал бы я Казбек. И сидел бы я, ребята, там как раз друзья мои, где мальцом под лавки прятал ноги голые свои. И курил бы папиросу, угощал бы всех вокруг, и на всякие вопросы отвечал бы я не вдруг. Как, мол, что? Бывало всяко, трудно было, как когда. Много ли раз ходил в атаку? Да, случалось иногда. А девчонки на вечерке позабыли всех ребят, только слушали б девчонки, как ремни на мне скрипят. И шутил бы я со всеми, и была б среди них одна. Вот медаль на это время мне, друзья, вот так нужна. Ждет девчонка, хоть не мучись слова, взгляда твоего. Но позволь, на этот случай орден тоже ничего. Вот пришел ты на вечерку, а девчонка самый цвет. Нет, сказал Василий Теркин и вздохнул, и снова нет. Я сказал, ну что там орден, я ж не гордый, я согласен на медаль, буду жив еще, едва ли, тут воюй и не гадай. И скажу тогда насчет медали, мне ее тогда подай, обеспечь, раз я достоин, а понять вы все должны. Дело самое простое. Человек пришел с войны. Спасибо.